Добрый день! Сегодня мы подводим итоги и объявляем победителей конкурса грантов 2020 Пражского образовательного центра. Мы благодарим всех за участие в конкурсе и замечательной работы. Было очень непросто выбирать победителей, потому что вы прислали прекрасные работы, очень интересные, очень креативные. Как известно, наш конкурс проходит в двух категориях – для учащихся 9 классов и для учащихся 10 и 11 классов. И сейчас мы объявим победителей в категории 9 классы. Итак, третье место и возможность приехать на любую каникулярную программу Пражского образовательного центра получает Арина Чупряева из города Евпатория, Россия. Поздравляем! На втором месте Юрий Перчун из города Абинск, Россия. Он получает 50% скидку на любую программу летней школы Пражского образовательного центра. И кто же занимает первое место? На первом месте Дарья Домашова, город Сургут, Россия. Дарья, поздравляем вас! Вы можете выбрать любую программу летней школы Пражского образовательного центра. А теперь победители в категории 10-11 классы. Как вы знаете, победители, занявшие первое и второе место, получают возможность приехать и бесплатно учиться на программе «Стандарт подготовки Пражского образовательного центра». Участники, занявшие третье, четвертое и пятое место, получают 50% скидку на программу «Стандарт» Пражского образовательного центра. Итак, на пятом месте Бексултан Баймагамбетов, Нурсултан, Казахстан. Поздравляем! На четвертом месте Андрей Кузьмин, Владимир, Россия. На третьем месте Софья Жур из города Киев, Украина. Поздравляем! Второе место занимает Ольга Пузанова, Санкт-Петербург. И, наконец, первое место получает София Бодунова, Солнечный, Россия. Для того, чтобы получить выигранные призы, вам нужно связаться с администрацией Пражского образовательного центра, контакты на которые указаны на нашем сайте educationcenter.cz. Мы еще раз всех поздравляем за участие в конкурсе грантов, поздравляем наших победителей и ждем вас в Чехии в нашем центре.